Волнительно, конечно, но этот праздник слова, наверное, для меня самый главный праздник. Потому что однажды я блуждала, как блудный сын, расточила, растеряла, растратила. И оказалась в трудной ситуации. Но так как были люди, которые несли меня в молитве на руках, они жили в Белоруссии, они всегда молились за меня. И это было заметно в моей жизни, Бог всегда стучался. И однажды произошла трагедия в моей жизни, и с моей дочерью случилось страшное. Это то, что врачи называют синдромом Туретта. Это то, что, ну, когда твой ребенок уже не ребенок, а, ну, что-то такое нечеловеческое. И в тот же момент, когда это случилось в моей жизни, это было 6 ноября, все, что было во мне, остатки моей духовной жизни, оно все поднялось, и я воззвала к своим братьям и сестрам и написала им письмо в смс-сообщении. И они сказали: «Наташка, призывай кровь Иисуса Христа, и будет легче». И в этот момент я, знаете, поверила, что, ну, как бы другого выхода у меня нет. Пусть я отошла, потерялась, заблудилась, пусть дьявол мне уже навязал свою ложь, что я больше не спасена, что я потеряла спасение. Но два брата, которые жили на территории Белоруссии, один за 350 километров от Минска, другой за 450, вот они откликнулись и согласились, и взяли пост, и стали молиться, чтобы искать волю Божью. И когда они ее нашли, они дали добро, чтобы я приехала в Минск, чтобы молиться о моей дочери. Про себя я даже не думала. Я ехала как бы спасать ее. Но я сделала такой шаг веры, я просто поверила. Думаю, если я недостойна, то хотя бы она. И когда есть Божье устройство, знаете, складывается все. Складывается все так, как, ну, наверное, в нормальной жизни не бывает. Потому что мой самолет садился в густой туман в Минске, в плотный густой туман. И только я одна знала, почему он садится. Потому что братья, служители, которые уже были на пути в Минск, чтобы участвовать в нашем спасении, они уже были в пути. И если бы самолет не сел в Минске в тот день, я не знаю, как бы было. Но он сел. И это была слава Божья, потому что если Бог берется за устройство, то Он располагает сердца диспетчеров, пилотов, людей, и все случается. И когда 12 ноября 2014 года мы вышли с трапа самолета, мы приехали в семью верующих, и до момента нашего похода в церковь Гефсимания, которая находится в Минске, оставалось несколько часов. И эти часы длились для меня как вечность. Но наконец-то это наступило, и наконец-то мы зашли в эту церковь. Мы поднялись на второй этаж. Это были братья-служители Александр Жарин и Виталий Кузин. И они сказали, что мы ждем брата, который очень строгий в слове. И это был Валентин. И когда я переживала за то, что мне придется увидеть, как происходит освобождение, и про себя я и не думала, но моя дочь оказалась свидетелем моего освобождения. Если кому-то кажется, что бесов нет, я знаю, что они есть. И я знаю, что Бог силен освободить, омыть, очистить. И знаете, и когда я получила это освобождение, благословенный брат Валентин, который сегодня через 5,5 лет приехал сюда,
Это является, наверное, для меня самым большим подарком и подтверждением Божьей славы, потому что когда на территории Беларуси ты получаешь свое освобождение, ты приезжаешь в город Самару, и тебя никто не знает. Ну, мне на территории Беларуси нашли церковь Ярослава, в которую я пришла, и я считала, что меня туда поместил Господь, потому что я сама по-человечески ничего не выбирала. Поэтому вот с братом Максимом мы с самого начала. И знаете, когда вы получаете освобождение, и слава Божия является в твою жизнь, тебе хочется об этом рассказать всем, тебе хочется кричать, как велик Господь. А меня никто и не спрашивал. Знаете, когда ты хочешь свидетельствовать и не можешь, да, это сейчас я понимаю, что Бог учил меня ждать. Потому что, возможно, если бы тогда я как-то разгоняла воздух, это ни к чему бы не привело. А я стала нуждаться. И стала нуждаться в том, чтобы, ну, как-то не потерять, что ли, вот это то, что мне было, ну, доверено, что меня простили, освободили. И я стала приходить в церковь. Мы стали ходить каждое воскресенье. Благодарность Вере Ротачковой за то, что она в первый день подошла ко мне. Потому что когда ты не знаешь человека, это очень ценно, когда есть люди, которые несут тебя дальше и как-то являются твоими наставниками. И это очень ценно для меня. И так складывалась наша жизнь церковная, что... Ну, как-то вот у нас в Самаре все, служители не приезжают, все как-то вот как Самария, знаете, как, которая была все время в какой-то истории. И вот однажды Бог поместил меня в такую серьезную, трудную ситуацию, когда я очень сильно нуждалась в нем. Я понимала, что люди мне не помогут. И когда ты начинаешь искать Бога, искать... Ну, я даже не знаю, чтобы исполнилась воля твоя не для себя, а для нашей Самары. И когда ты начинаешь молиться, когда ты начинаешь искать, куда приезжают служители, тебе хочется быть там, где молятся, тебе хочется быть там, где приезжают помазанники. Это, ну, мне кажется, это так нормально. И вот однажды в моей жизни случился год назад такой период, когда к нам приехал в город епископ Василий Иванович Евчик, приехал он к Юрию Иванову на мехзавод. И мы с такой радостью туда приехали. И вот на одном из служений он читал слово, когда откапывали колодцы, которые были завалены. И когда откопали первый колодец, да, начали спорить о нем. Когда откопали второй колодец, тоже спорили о нем. И когда откопали третий колодец, уже о нем никто не спорил. И вот это слово, оно просто как-то поселилось во мне, и я его настолько приняла, и я поняла, что у нас будет новый колодец в Самаре, о котором никто не будет спорить. И потом во второй части служения он привел пример вдовы Сарепты Сидонской, к которой пришел пророк. И когда он развивал этот момент, он... в духе, возможно, показал пальцем и сказал: «А ты, женщина, готова принять человека Божьего?» И она, знаете, меня так пронзила, и я заплакала. И я думаю: «Господи, я готова! Ну кого?» Это было 19 января на крещение. И знаете, когда ты принимаешь слово от Господа, оно поселяется в твоем сердце. И когда... Я увидела через несколько дней, что Валентин летит в Новокуйбышевск к другим служителям. И я думаю: «Господи, это то, что ты говоришь, но я не приглашала Валентина, я не та женщина, которая будет принимать его». Но мы созвонились, нас приняли, мы побывали на этой чудной... Как это называлось? Это семинар, да, о дарах Духа Святого, и я благодарна. И когда Валентин сказал, что есть у кого-то свидетельство, что, ну, для кого-то это явилось чудом, знаете, мне хотелось бежать, потому что я понимала, что Валентин, который поучаствовал в моем освобождении, о котором не знал никто 5 лет, ну, мне же хотелось делиться этим. И вот я сдержала себя, потому что я была в гостях.
И слава Богу, потому что именно жена Павла Воробьева, она сказала, что для меня это было таким серьезным моментом, потому что я думала, кого-то там пригласили, и, ну, и, в общем, я продолжала ждать. И вот, слава Богу, в этом году, ну, Бог все устроил. И я вчера являлась той женщиной, которая принимала служителя Божия. Я встречала его в аэропорту. Я рада, что он приехал к нам. И, может, это эгоистично, но я считаю, что это подарок для меня лично. И я благодарна Богу за то, что он учил меня ждать все эти 5 лет. Потому что если бы я тогда сотрясла воздух и всем бы рассказала, может быть, я не имела такой нужды и жажды по нему, как имела все эти годы. Поэтому слава и благодарение ему, слава Богу за все, слава Богу за Максима, потому что Максим, он тоже в определенной жажде искал, копал, и я верю, что то, что мы начали, это и есть новый колодец. Я не волнуюсь, я не несу какое-то бремя от себя, я просто доверяю Богу. Говорю, Господи, если это от Тебя, то оно все состоится. И я верю и вижу, что у нас хорошее начало. Слава Богу, будьте благословенны, верьте, доверяйте. Знаете, что всему свое время. И я благодарна Богу за то, что это произошло именно через 5 лет, когда я уже так окрепла и имею понимание и ценность тому, что Бог дает нам по своей милости. Будьте благословенны.